И теперь разработки, которая тоже когда-нибудь может быть использована в нашей армии. Курские ученые создали рыбу-робота. Изобретение копирует и внешний вид своих прототипов животного мира, и принцип перемещения в воде. Электроник с плавниками, оснащенный современными устройствами, может применяться для мониторинга биоресурсов, диагностики подводных сооружений и для разведки. Сергей Пономарев расскажет больше. Лови рыбка. После короткого напутствия она, подчиняясь командам с пульта управления, отправится в путь под пристальным наблюдением своих изобретателей. Когда плывет, там сзади даже пузырьков практически не остается, если там выбрать режим, траекторию. То есть можно как-то незаметно подойти, например, да, условно говоря, к какому-то объекту, там, снимать на камеру, то есть на записать видео, и поплыть обратно, вернуться на место и при этом оставаться незамеченным. Изобретатели предлагают много вариантов для применения своего детища. Это и наблюдение за подводным миром, и в качестве своеобразного разведчика для армии. Были на открытом водоеме, то есть мы с лодки ловили ее, то есть мы вытаскивали обратно, уже закончили испытания. И тут рыбаки к нам вот на другой лодке подплывают. И ты говоришь, что, где это вы поймали? Мы такие, ну это золотая рыба, вот, поймали. Вот, хотим вот желание загадать. В бассейне у рыбы регулирует система управления. Сейчас она может погружаться на глубину до нескольких метров. Емкости аккумулятора хватает на 3 часа непрерывного плавания. Этого робота, по словам его создателей, можно использовать как некую платформу, то есть устанавливать на нем различные устройства. Здесь есть своя видеокамера, прибор для забора проб воды. А при желании эту рыбу с грустными глазами можно превратить даже в грозное оружие. Непривлекательный вид робота изобретатели списывают на ранний этап разработки. Внешние части сделаны из подручных материалов. Плавники, например, из кусков ласт, нашлось применение и пластиковым бутылкам. Это третий прототип в цепи эволюции робота. Ученые долго наблюдали за поведением реальных рыб в их естественной среде обитания. Затем рассчитывали их движение в математических формулах. Анализируя потом эти материалы, действительно возникла мысль, что природа мудра, поступила в свое время, создавая различные движущиеся объекты, где энергопотребление существенную роль играет, где важно, чтобы сами принципы движения были такими эффективными, точными, понятными. Сегодня в коллекции кафедры помимо рыб уже есть разработки, имитирующие движение насекомых и даже червей, которые без труда способны перемещаться внутри различных труб. Вообще применение, собственно, инспекции трубопроводов, бытовых, промышленных, малых диаметров. И, соответственно, при установке здесь, допустим, очищающего устройства, можно трубы очистить. Сейчас в университете взялись за изучение принципов полета птицы. Уже готов специальный стенд и набор из нескольких пар крыльев. Ученые говорят, они только в начале пути, но верят, что через пару лет в их лаборатории самостоятельно взлетит первая птица-робот. Сергей Пономарев, Антон Ефремов, Василий Филаретов, Первый канал, Курск.